Здравствуйте, уважаемые зрители моего видеоканала. Сегодня 24 июля 2022 год. И ровно месяц, как мы посадили семена павлонии вот в эту общую емкость для семян. Здесь для сравнения и проверки качества на всхожесть посажено 5 сортов семян. Z07, войлочная, и Шантон 9501 и 9503. Визуально не видно, что сильно какие-то отличаются друг от друга, но все-таки вот эти два сорта, где семена хорошие, лучше смотрится. Вот. Там схожесть похуже. Но это может быть прежде всего не от сорта, а от качества семян. Поэтому надо хорошие опыты делать, лабораторные, чтобы понять, а потом утверждать, какой сорт как всходит и как он себя показывает. Я для себя просто в виде проверки, чтобы понимать. Все равно потом пересаживаться будут, потом саженцы, потом в грунт высаживаться. И уже результат будет через 5-6-7 лет, когда можно какие-то серьезные выводы делать. А это промежуточный этап. Так, только для того, чтобы научиться понять и отработать технологию хорошо проращивать семена павлонии. Ну а так, всем, кто хочет заниматься большими объемами и не лень заниматься семенами, я рекомендую, надо семена проращивать. Корни — это хорошо, конечно, меньше возни и все прочее. Но затраты сразу на порядок прыгают. Семена, конечно, можно тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч и миллионы выращивать. Денег на такое количество корней тяжело найти или иметь простому гражданину. Ну, картина ясная. В теплице там сделаю отдельный материал. Поэтому там чуть хуже. Здесь более стабильная температура. 25. Это с подогревом иногда включаю. И здесь вот показывает в помещении 28 и 26. Влажность вон 48, там 57. Датчики внешние. Специально люминесцентную лампу 36 ватт, 840 цветность Philips поставил, чтобы попробовать увидеть разницу между светодиодными светильниками и люминесцентной лампой. Пока я ничего такого не заметил. Ну, лампа люминесцентная стоит не сразу, попозже. Может быть, проявит еще себя. Посмотрим. Всего наилучшего, удачи. Семян много. Будем Белгородскую область озеленять. 5 миллионов или 10 семян есть. Спасибо за внимание.